Едва не снесло крышу на трассе Екатеринбург-Пермь, перевернулся ВАЗ 12-й модели. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир с серьезными травмами. Его доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Сам водитель отделался легким испугом. Как позже выяснили автоинспекторы, ДТП произошло из-за несоответствия скорости и дорожных условий. Сотрудники ГИБДД напоминают тем, кто за рулем, осторожность лишней не бывает.